В мегаполисах уже давно за окном почти весна. В условном сибирском лесу, а именно туда по сценарию учений Роскосмоса приземляется экипаж Олега Новицкого, снег еще даже не таял. Нештатная посадка спускаемого аппарата с МКС. Космонавты не были на Земле 6 месяцев. Организм ослаблен, и до прибытия спасателей людям нужно выжить. По-настоящему. Никакой помощи и вмешательства извне. Съемочную группу ОНТ отвели за территорию эксперимента и предупредили. Никаких интервью. У капитана корабля Олега Новицкого связь только с диспетчером Центра управления полетами. Зажигая посадочный огонь, ориентируйтесь по направлению ветра. По вводной международному экипажу в составе белоруса Олега Новицкого, француза Томаса Пески и американки Пегги Уитсон спасатели нужно ждать 2 дня. Космонавты разводят сигнальный огонь, сооружают жилище. Причем вход здесь идет все – ложементы, парашют, стропы, отдых, чтобы не замерзнуть, краткий, на обед и чай. Заметно, что даже в лесу мужчины не перестают заботиться о единственной даме. Психологи эксперимента ставят за это плюс. Значит, и в экстремальной ситуации космонавты не бросят друг друга. Это и есть психологическая, в общем-то, составляющая. Тогда в случае попадания в настоящую ситуацию он будет бороться до конца. Кстати, для кандидатов на полет Роскосмос специально создает более суровые условия, чем могут быть в реальности. Новая вводная. Один из членов экипажа получил серьезную травму. У нас один член экипажа повредил бедро. Сейчас организован эвакуацию, и будем выдвигаться. А это несколько километров по снегу и бурелому. Как шутят сами космонавты, это дорога через огонь, воду и медные трубы. К слову, испытание водой Олег Новицкий тоже прошел в мае прошлого года, когда был определен состав его экипажа и снова зазвучал знакомый позывной. Олежка, напомни твой позывной. Мой? Да. Разбег. А ваш? Заря. 16 ноября 2016-го. Ожидается, что в этот день позывной «Казбек» зазвучит уже с орбиты. Впереди еще много тренировок и краткосрочный отпуск. Олег Новицкий рассчитывает его провести в Беларуси, в Червине, у мамы. План подготовки космонавтов разработан до 2017 года. Это на случай возникновения нештатных ситуаций. Пока же экипаж Олега Новицкого начал специальные тренировки по программе своего конкретного полета. О задачах, которые Роскосмос ставит перед белорусом и его коллегами, все пока говорят общими фразами, но и они завораживают. Наш Казбек и его команда будут прокладывать человечеству дорогу на Марс. Светлана Каруйская, Александр Чевдать. Наши новости. Москва.